Всем привет, друзья, подписчики мои, с вами Электрик Жео, и сегодня я вам расскажу, как подключить одноклавишный выключатель своими руками. На примере моего выключателя, который находится в кухне. Сейчас я его разберу, покажу, как там подходят провода к нему, из чего состоит сам одноклавишный выключатель. Вот, собственно, сейчас посмотрим, из чего состоит одноклавишный выключатель. Сама клавиша одна. Корпус и что находится внутри под корпусом. Клавиши, два контакта, и лапки, которые распирают внутри подрозетника и фиксируют наш выключатель. Больше тут ничего нет. Вот так у нас выходят два провода из подрозетника. Торчат два провода. И нам надо разобраться, что подключить одноклавишный выключатель. Какой из них фаза, а какой из них отходящая линия. Ноля здесь нету. Вот, с помощью уникальной отвертки сейчас мы проверим и найдем фазу. Вот, мы видим. Засветился светодиод. Это фаза. А это отходящая линия непосредственно к освещению. И мы помним то, что в нашем выключателе всего два контакта. То есть подключаем эти два провода к этим контактам. Если у вас три провода выходят, то это уже под двухклавишный выключатель. Показываю еще раз. Вот видите, два у нас контакта, первый и второй, и два провода. Просто подключаем, закручиваем, и все, и наш выключатель будет работать. И да, если мы сейчас замкнем эти два провода, то у нас загорится свет. Оп. И не забывайте обязательно отключать напряжение. И вот, ребята, видите, я подключил их, затянул, и все, наш выключатель уже, в принципе, может работать. Теперь осталось засунуть, подтянуть лапки, чтобы все это крепко зафиксировалось, и надеть лицевую часть выключателя. Установили наш выключатель внутрь, подтянули лапки с двух сторон, и он теперь крепко держится. Панелька, ребята, тоже встает легко и просто. Сюда надо закрутить два винта. Клавиши тоже встает без проблем, главное надо, чтобы все в пазы встало. Вот видите, как я вставляю. Чуть-чуть надавить. Все, наш выключатель работает. А если вам понравилось видео, как своими руками установить одноклавишный выключатель, то подписывайся и ставь лайк. Всем пока.